И снова объявлен новогодний розыгрыш призов. Разыгрывается мантоварка, набор посуды, утюг, фен и главный приз – пылесос. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Сейчас мы проводим розыгрыш призов среди подписчиков Тихоокеанской газеты. К нам принесли 27 квитанций. В список участников этой лотереи вы видите на экране. Разыгрывается 5 призов. Это утюг, фен, набор кастрюль, мантоварка и главный приз – пылесос. Сейчас на экране вы видите 27 бочонков. Мы их помещаем в этот праздничный новогодний пакетик. И из них мы уже будем выбирать обладателей этих счастливых призов. Хорошо размешали. Видите, я даже не смотрю, что там делается внутри этого пакетика. Ну а теперь достаем первый выигрышный номер. Мы разыгрываем фен. Итак, первый номер у нас под номером 3. А под номером 3 у нас находится Злобина Татьяна Максимовна. Татьяна Максимовна, приходите за своим феном. Бочоночек убираем в сторону. И сейчас мы будем выбирать второго обладателя нашего приза. И это будет утюг. Так, хорошо размешали. Ну и достаю следующий бочоночек под номером 26. Под номером 26 в списке у нас находится Пономарева Наталья Георгиевна. Наталья Георгиевна, этот утюг, вот этот утюг ваш. Дальше мы будем вытаскивать еще один бочоночек. Четвертый, потому что призов у нас 5. Третий, простите, приз у нас набор кастрюль для микроволновки. 20 номер. А под 20 номером у нас Иванкова Анжелина Аркадьевна. Анжелина Аркадьевна, приходите к нам в студию и забирайте свой подарок. Четвертый приз у нас мантоварка. Кто же станет у нас обладателем мантоварки? Мы еще раз хорошо перемешаем. Вот, перемешали. Я еще рукой вот здесь. Так, с самого низу достаю. Номер 11. Так, да? Под номером 11 у нас Мельникова Людмила Алексеевна. Людмила Алексеевна, мантоварка ждет вас. И, наконец, будем разыгрывать самый главный приз. Кто же у нас станет обладателем пылесоса? Так. Все, достаю. Пока не смотрю. Первый увидите. Номер 19. Под номером 19 у нас Силкин Виктор Владимирович. Виктор Владимирович, приходите за пылесосом. Итак, у нас 5 призов и есть уже 5 победителей. Уважаемые победители розыгрыша призов, мы вас ждем в понедельник в 12 часов в студии по адресу город Фокино, улица Постникова, 9, это здание администрации, кабинет номер 2. Вы сможете забрать свои призы. Ну, а всех остальных я благодарю за участие. Читайте, выписывайте нашу газету. Мы будем постоянно проводить такие розыгрыши. И надеемся, что удача не обойдет вас стороной. До свидания, до новых встреч.